Всем привет, меня зовут Мария, я мама трех деток. Вот-вот появится четвертый малыш. Поделюсь нашим удачным опытом запуска речи с нашим третьим ребенком. Первые у нас две девочки, третий мальчик. С девочками у нас проблем не было, заговорили они очень рано. С третьим ребенком вроде бы делали все то же самое, но возникли проблемы с запуском речи. До 3 лет и где-то 3 лет и 2 месяцев говорил он буквально несколько слов, и эти простые слова не складывал в предложение, несмотря на то, что понимал он все прекрасно понимал, в общем, что ему говорят. Сейчас быстренько пройдусь по основным моментам, на что нужно обратить внимание, что нужно делать, чтобы предотвратить задержку речевого развития, и в итоге, как мы запустили речь. Начнем сначала. С самого рождения, естественно, с ребенком надо разговаривать, подносить вот так вот лицом к лицу, и чтобы ребенок видел ваши эмоции, как вы говорите. И так появляется ответная реакция, желание что-то гулить, да, и в дальнейшем произносить более сложные звуки и слова. Это мы делали со всеми детками. Не злоупотреблять сосками и бутылочками. Насчет сосок, я использовала их только на сон, ну, либо где-то в машине, когда едем, нужно успокоить. Просто так сосками дети у нас не ходили. Бутылочки мы практически не применяли. Дети у меня на грудном вскармливании долго. И потом уже использовали поильники на сон, какой-то снежок и компоты пили они из поильников. Рано тоже мы приучали их к кружке. Не должно быть так, что ребенок там до 3 лет ходит по дому с бутылкой и не вынимает соску изо рта. Такого у нас не было. Потом насчет прикорма, не затягивать с жидкой однородной консистенцией. Ребенок должен достаточно рано начать пробовать жевать вот мелкие кусочки. Это тоже стимулирует мышцы языка и в дальнейшем, чтобы проще ему было научиться разговаривать. С прикормом тоже у нас, в принципе, проблем не было. Единственное, мясо он у нас до сих пор не особо любит, то есть ест котлеты, пельмени, вот такое, сосиски-сардельки, а мясо, хотя и мягкое, вот он не любит разжевывать, может быть, это вот тоже у нас связано с этим, ну, как бы заставить я его не могу. Надеюсь, со временем начнет кушать мясо именно вот такими кусочками. Конечно же, нужно проверить слух ребенку, если уже видите, что есть какая-то задержка в развитии речи. Нужно проверить обращенную речь, то есть понимает ли ребенок, что вы говорите. И без жестов, просто там, допустим, сказать: «Принеси мне красную кружку на столе». И не указывать на стол, понимает ли ребенок или не понимает. Потом есть специальная аппаратура, на которой тоже можно проверить слух. И мне писали, что может быть даже, то есть какие-то звуки отдельные ребенок может не распознавать из-за каких-то особенностей физиологических, и из-за этого также может быть задержка в развитии. В общем, насчет слуха нужно. У нас на аппаратах мы не проверялись, но со слухом у нас вообще все в порядке. Обращенную речь он понимает. Начал понимать очень рано. И, ну, все, что ему говоришь, сделать, все это он понимал, приносил там все, что его просили. Естественно, нужно обратить внимание, есть ли аутистический спектр у ребенка, то есть это ходьба на цыпочках, не может смотреть в глаза, отводит взгляд, и какие-то постоянно повторяющиеся движения. Ну, это отдельно можно изучить, обратить обязательно на это внимание, чтобы не упустить момент и вовремя начать тоже занятия с ребенком. Потом нужно проверить уздечку языка. Может быть, она слишком короткая, и нужно подрезать. Из-за этого может быть сложно ребенку разговаривать. Мы показывали ребенка логопеду. Вот она посмотрела, сказала, что коротковато, но не критично, что не нужно ничего там с этим делать. Многие говорят про развитие мелкой моторики, это правильно, но часто забывают про крупную моторику. Ребенок должен быть постоянно в движении.
Как только он начал ходить, элементарно нужно не носить его на руках, когда вы идете на улицу, а спускаться по лесенкам, держать его за ручку, чтобы он сам старался спускаться, подниматься. Дома у нас спортивный комплекс. Какая бы ни была маленькая квартира, хоть какой-то небольшой спортивный комплекс можно где-то в уголке к стене установить, потому что нет возможности целый день находиться на улице, чтобы они бегали, прыгали, энергии у детей много, куда-то ее надо выплескивать, и вот спортивный комплекс – это отличное решение. Развивается крупная моторика, укрепляются мышцы, это эмоциональная разгрузка. Взяли еще, когда старшей дочке было 3 года, до сих пор он у нас стоит. Еще хочу обратить внимание, если берете спортивный комплекс, лучше установить его там, где вы постоянно находитесь. У нас кухня, совмещенная с залом, мы поставили комплекс там, потому что, ну, на кухне я часто нахожусь, и дети, когда по нему лазают, постоянно говорят: мама, смотри, им нужна обратная связь, и им надо похвастаться, чему они научились. А если бы он стоял в детской комнате, как правило, вот я смотрела, сколько у знакомых, он просто завешен какими-то вещами, и дети там не занимаются на нем, потому что нет интереса, им нужно показывать родителям, что они умеют. И, ну да, это некрасиво в зале, когда этот спортивный яркий комплекс, но как бы уже выбирать красоту или развитие детей. Быстрее, сразу сейчас уроки сделаешь, чтобы свободно было. Со стола приберешь все? Что? Я приберу со стола и пойду. И будешь уроки делать? Я приберу со стола и пойду гулять. Потом мне поставишь книжку. Папа! Мы видим, Ваня! Держись крепко! Потом насчет мелкой моторики. Конечно же, она нужна. Много мы тоже с ним занимались, и разные сортеры, и крупа, там какие-то игрушки в крупу я прятала, и пластилин, и краски, и карандаши, все это тоже у нас было, этим мы занимались. Ваня у нас очень увлечен. Разрабатываем мелкую моторику. Уже второй раз собирает. Делали мы периодически пальчиковую гимнастику. Вот, в последнее время просто начали делать чаще, с прибаутками, так скажем, да. То есть массируем каждый пальчик и приговариваем, там, этот пальчик в лес пошел, этот пальчик грипп нашел. Много очень есть разных потешек для пальчиковой гимнастики, можете посмотреть, изучить. Еще вот последнее время занимались с суджок. Это шарики такие колючие, продаются в аптеках, я на Wildberries заказывала. Тоже вместе со всякими прибаутками. И так мы делали. И здесь еще внутри есть такие колечки, тоже я приговаривала. Этот пальчик большой, самый смешной, указательный, самый внимательный. И лучше по несколько раз делать, чтобы пальчики массировались. Потом еще мы начали делать массаж стоп. Также и с помощью суджока, тоже с прибаутками. И просто я с мазью тоже там пальчики все ему растирала, стопы там и восьмерочкой всякое это мы делали. Потом нужно убрать фоновый шум. Не должен 24 часа в сутки быть включен телевизор и постоянно разговаривать. У нас, в принципе, телевидения нет. Если мы включаем, то мы включаем иногда какие-то мультики, они могут посидеть там 20-30 минут посмотреть. Либо мы с семьей включаем какой-то фильм, то есть мы смотрим, все, выключили и... Фоном у нас ничего такого не идет. Естественно, важно, какие мультики смотрит ваш ребенок. Во-первых, это должно быть ограниченное время, то есть не в течение всего дня, там 20-30 минут это прям за глаза, можно там по 15 минут в течение дня один, там второй раз включить мультики. И герои в мультиках должны четко разговаривать. Не должно быть такого, что герой в мультике бегает и молчит.
это не стимулирует речь ребенка. Нужно самим четко разговаривать, опускаться на уровень ребенка и проговаривать слова четко. Допустим, когда мы изучаем иностранный язык, нужно, чтобы слова были произнесены четко и не торопясь. Тогда мы можем понять. А также и с ребенком, когда мы тараторим, не проговариваем, ему очень сложно понять и повторить слова. Можно записать себя на видео и попробовать посмотреть на себя со стороны. Постараться убрать сладости. Не должно быть сладости в неограниченном количестве. Это эмоционально перевозбуждает ребенка. В игрушках должен быть порядок. Конструктор с конструктором, машинки с машинками. Ребенку сложно сосредоточиться, когда беспорядок в игрушках и книжках. Это тоже может влиять на развитие речи ребенка. Нужно стараться придерживаться режима. Еще очень важно эмоциональное разнообразие. Иногда может быть сменить обстановку, новые вкусы, запахи, тактильные ощущения. Если в городе, допустим, у вас вы из того же садика забираете ребенка, идите сегодня не одной и той же дорогой, а пойдите какой-то новой дорогой. У нас, в принципе, с эмоциональным разнообразием проблем нет, потому что мы живем в деревне, у нас тут и животные, и где-то дедушка там на рыбалку его возьмет. Летом очень много и запахов, и каких-то новых впечатлений. Что мы делали последнее время, чтобы немного вот именно из деревенской, наоборот, среды его вырвать? Муж ездил последнее время по делам, там развозил мясо, брал его с собой, тоже где-то какие-то новые лица, новые картинки, за окном машины, где-то куда-то они заехали, тоже там как-то по-новому эмоционально наполнялся. Не обязательно отдавать кучу денег и водить каждый день ребенка на какие-то развлекательные мероприятия детские, чтобы эмоционально наполнить ребенка. Еще момент, не надеяться на садик. Многие говорят, что начнет ходить в садик и начнет разговаривать. Для кого-то это является огромным стрессом, и детки, которые только-только начали говорить, пошли в садик и могут просто замолчать. Какие-то детки начинают больше разговаривать, но, может быть, и не обязательно на это повлиял садик, может быть, они и дома бы остались, и также развитие речи у них точно так же бы шло. То есть это, ну, не факт, для всех по-разному. Плюс не быть ждуном, не надо ждать там 3 лет, 3,5 лет, да, у нас там генетика, у меня там муж заговорил в 4 года, и мы будем ждать там 4 лет, когда ребенок заговорит. Все индивидуально, и у нас вот 3 детей, 1 мама, 1 папа, и получается, дочки заговорили рано, а вот с сыном мы столкнулись с такой проблемой. Ждать нельзя, есть нормы развития речи, и это не просто так. Стоит посмотреть и сравнить со своим ребенком, посмотреть, отстаете вы или нет. Если упустить момент там 1,5 года и год, потом школа ждать не будет, и да, может быть, он заговорит, но позже, там, на 1 или 1,5, и становление речи, то есть появление звуков, вам уже, допустим, надо будет ставить звуки, а у вас он только-только заговорил, а вам уже чуть-чуть, и надо начать учиться читать. Ребенок только начал разговаривать. И потом могут все это тянуться дальше, в начальной школе, комплексы. Поэтому нужно все делать вовремя. Так, это были основные моменты, что делали мы именно для запуска речи. В первую очередь мы обратились к неврологу по психоэмоциональному развитию, как я и знала, что проблем нету, все он понимает, со слухом тоже все в порядке. Поставили задержку речевого развития, прописала нонотропы и массаж воротниковой зоны. Нонотропы она прописала сначала уколы, и потом таблетки и капли. Вот обратились мы к логопеду, тоже она поставила задержку речевого развития. Мы спросили, что мы как родители можем сделать дома, как мы можем с ним заниматься дома, потому что находимся мы далеко от города, я уже на большом сроке беременности, и заниматься каждый день, вот водить ребенка, не представлялось возможности.
Она сказала, ну что вы можете сделать, вы же не специалисты. Вот у нас будет двухнедельный после Нового года тренинг, групповые занятия по запуску речи. Стоил этот тренинг 12 тысяч, и мне надо было просто на две недели оставлять дом, оставлять старших детей и с большим уже животом, в общем, ездить по городу, подвергаться риску, то есть это групповые занятия, соответственно, могли заболеть. Мне было уже очень тяжело передвигаться, это по городу, то есть только на такси, потому что на общественном транспорте тоже уже не предоставлялось мне возможности ездить. В общем, это все очень сложно было. Я даже на это была согласна, потому что мне было важно, чтобы ребенок начал у меня разговаривать еще до рождения малышки, так как я сильно переживала, что рождение еще одного члена нашей семьи может также быть, ну, как сильным стрессом для ребенка, и еще отсрочится у нас запуск речи. И наши зрители посоветовали логопеда Алену Васильеву. У нее есть канал на YouTube. Сначала я начала смотреть ее видео. Очень много моментов, про которые я знала, их придерживалась. Много вещей, которые я для себя почерпнула полезных. И в первую очередь мы взяли у нее курс «Непослушный язычок». Это логопесенки для деток. Ребенку они очень понравились, с удовольствием он их слушал, повторял движения и начал повторять новые, говорить новые слова. Получается, прошли мы этот курс «Непослушный язычок», у нас появилось много простых новых слов, плюс он начал соединять простые вот эти слова односложные в предложения. Потому что до этого было «дай» или «дай», или «пить». «Дай пить» не было, он начал соединять там слово «дай пить». Потом от нее я почерпнула помогать проговаривать слова с помощью рук. То есть у нас было, допустим, слово «ды», либо «во», либо «ды», и мы ему говорили «воды», и он вместе с нами ручками повторял и говорил «воды», «дай воды». Вот такие вещи мы перестали ему давать, допустим, если он просил просто «ды», мы ему не давали, и это должно быть обговорено со всеми членами семьи. Если, допустим, он остается у бабушки, там точно так же должны дедушка с бабушкой действовать, и дома там, и сестры, и мы, должно быть все одинаково. То есть, если он ленится и говорит «ды», ему просто не давали воды, и пока он не проговорит «дай воды», мы ему не давали. И ему приходилось как бы стараться говорить вот эти простые слова. Говорил: «Я тебя не пойму, я не понимаю. Ты хочешь воды?» И он: «Да», он: «Да». Ну-ка, я говорю, скажи еще раз. И вот, ну, как бы нужно стимулировать было ребенка, чтобы он не ленился. Я увидела, что вот по этому курсу «Непослушный язычок» есть результаты, ребенку нравится, и решили мы взять потом еще именно тренинг по запуску речи или марафон, я не помню, как правильно называется, тоже у нее. Он идет, по-моему, 21 день. Там что мне понравилось? Во-первых, отдельные видео выкладывали для родителей. Там и с психологом можно было пообщаться, задать вопросы. И про кризис 3 лет. И можно было в чате пообщаться с мамочками, кто с этими проблемами сталкивается, и по запуску речи. И, ну вот, по всем этим вопросам с детками. В общем, очень много было советов и от психолога, и вот от логопеда, от Алены Васильевой, на что нужно обратить внимание, как с ребенком заниматься. Сами тоже занятия там были, и артикуляционная гимнастика в виде песенок. У нас все это очень хорошо зашло, ребенок с удовольствием занимался и до сих пор просит, я периодически ему включаю. И получается, вот этот тренинг, он
как бы знания были, но они разрознены. Он помог собрать все, систематизировать. И там в одном даже занятии, то есть и артикуляционная гимнастика, и песенки мы попели, и с суджоком мы позанимались, и идеи там с пластилином, как надо позаниматься, и как вообще с ребенком играть, потому что многие родители даже не знают, как вот правильно с ним взаимодействовать, чтобы заинтересовать. Вообще это так просто, но многие не догадываются даже взять просто какую-то игрушку и разговаривать не вам самим, а игрушкой. «Привет», там какую-нибудь мишку какую-нибудь взял, «Как дела?». И ребенок с большим удовольствием начинает разговаривать, когда вы с игрушкой, он с игрушкой, как-то это все в игре. Не обязательно садиться за стол и вот все, мы занимаемся. Это все идет как-то мимоходом. И получается, несмотря на то, что тренинг у нас вот этот попал на новогодние праздники, мы уезжали в Новосибирск, ну и хотелось где-то и отдохнуть, и Новый год был, и вот потом вот все эти у нас поездки, мы занимались даже в дороге. Включали видео и вместе с ним занимались. Единственное, не нужно относиться это как к мультику. Ну, включил там, ты занимайся, повторяй, а я своими делами позанимаюсь. Нужно садиться вместе и заниматься вместе. Еще про массажи. Я не профессиональный массажист, но у нас нет возможности возить ребенка специально там день через день в город к специалисту. Я посмотрела видео и по массажу воротниковой зоны, и по логомассажу, и делала все, конечно, очень аккуратно, без там фанатизма, но делала ему и массаж воротниковой зоны, и логомассаж. Плюс вот брала, на Wildberries брала такие штучки, тоже использовала для массажа. Ну вот они пластиковые, конечно, не очень качественные, но металлические были прям совсем-совсем дорогие, поэтому взяла такие на пробу. А еще брала тренажер для развития дыхания. Боже. Вань, дай мне, пожалуйста. Нет. Ну дай, Даша. Не жать, надо только дуть. Ручками нельзя. Вот такие есть вещи. Вообще, кстати, вот по занятиям Алены Васильевой, мне что понравилось, что там не говорила она что-то мега дорогие какие-то приспособления брать, все вот сподручное, какие-то кубики, вот именно для занятий, просто брали бумажку, там скатывали тоже, там дули, вот делали арку, и ну какие-то идеи, вроде бы они простые, но это все, еще раз скажу, это все систематизировано, это мамочкам проще. Вот, ты взял, смотришь и повторяешь, и занимаешься. Будем смотреть? Да. Привет! Привет! Ой! Слышишь? Есть. Слышишь? Есть. Кто же это? Это муха? Муха! Нет? Нет! Это муха? Муха! Нет! Жужжит. Может, там я под ухо? Муха! Ой! Как по дорожке. Бегал ежик по дорожке, у него устали ножки. Он катился и катился, и кошку закатился. Ой, кошка! Зею!
Змею закатился. Что случилось? В общем, после вот этого тренинга по запуску речи ребенок у нас прям заговорил. У него появилось желание. То он молчал, он даже да редко у нас говорил. Ну там мама, папа, да, и папа тыр, то есть папа на тракторе. Тут он уже говорит предложениями, неодносложными словами. Естественно, еще нет смысла просить у него произносить звуки р, л, то есть если он говорит молоко, моко, масина, но это уже слова. И вот сейчас уже, если даже смотреть по нормам развития речи, мы уже не отстаем. И буквально прошло там, ну, сначала вот получается логопесенки мы брали, и потом вот этот курс по запуску речи. Ну, там полтора месяца ребенок у нас заговорил. И сказать, что ребенок, ну, и так бы заговорил, просто пришло время, я так не считаю, потому что видно было после каждого занятия, какой прогресс и как это было там на начальном этапе, и как он сейчас разговаривает. У него именно появилось желание вот на запуск речи, тренинг этот сработал у нас на отлично. Кому-то нужно пройти 2-3 раза, то есть доступ там, по-моему, в течение года, и, пожалуйста, можете заниматься еще и еще. Я периодически еще включаю ему занятия. А, ну плюс мы занимались еще по книжкам, просто читали вот эти элементарные Чуковский, Барто и еще разные другие книги. Он тоже пытается повторять. Вот такая книжка, я уже ее показывала. Большой альбом по развитию речи Беляева. Очень хорошая книга. Надолго вам хватит. Там разные занятия на разный возраст. А, еще забыла сказать насчет ноотропов. Вот то, что невролог нам прописал. У меня сначала были мысли начать сразу вот заниматься по тренингу и все-таки проставить курс вот этих ноотропов. Вроде как эффект будет лучше. Потом начала читать, сколько от них побочек, и решила посмотреть все-таки отдельно, как подействуют на нас вот эти занятия без медикаментозных всех этих препаратов. И если вдруг мы бы остались на месте, не было бы никакого толчка, тогда бы я начала еще применять ноотропы. Купить мы купили, сразу применять не стали, прошли вот этот курс, и я сейчас вижу, что нам не нужны уже никакие ноотропы. Еще что хочу сказать мамочкам, не стоит надеяться на какую-то волшебную таблетку, что ай, ладно, мы там ноотропы проставим, ребенок начнет говорить без каких-либо наших усердий, да, или ай, там мы к логопеду его поводим, и ребенок начнет разговаривать. Мое мнение, что если даже вы водите его к логопеду, нужно заходить вместе с ребенком, смотреть, как занимаются, и спрашивать, а что мы еще можем сделать дома. Если логопед говорит, да что вы же не специалист и вы ничего сделать не можете, я считаю, что это не совсем правильный логопед. Потому что взять даже... Мы дочке первой ставили звуки «р» и «л», с учетом того, что у меня с детства проблема с произношением была этих звуков. Звук «р» мне, в принципе, в детстве не поставили. И когда мы столкнулись с проблемой вот с такой с ребенком, я начала смотреть видео по постановке этих звуков и научилась произносить этот звук. Да, в речи систематизировать уже в таком возрасте мне сложно, но, по крайней мере, я могу показать ребенку и могу дома с ним заниматься. И 50% результата получается был за счет родителей. То есть одно дело там мы водили, да, она ей поставила, но систематизация вот этого звука, это все было на нас.
И если бы мы ленились и дома не занимались, и звук в итоге бы он у нас не остался, потому что очень сложно было его добиться, и потом еще систематизировать. Это огромный труд, и все зависит от нас. Так что не ленитесь, занимайтесь, и не спешите применять сразу препараты. Наши дети нужны только нам, поэтому нужно надеяться в первую очередь на себя. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Вань, что ты боишься? Кого? Йод. Йод? Боюсь? Боюсь. Боюсь? Йода? Да. Почему? Щипит? Да. Надо ранки лечить йодом? Боюсь.